тьму, но не свет, потому как их дела были злы. Потому-то и не нужен ответ. По течению ведь проще нам плыть. Да и всякий, кто неправду творит, ненавидит всею сущностью свет. Все лукавое при свете сгорит, от того-то и покоя нам нет. Все в руках Всевышнего Господа Христа. Он властью свою высшую все ставит на места. И как мы не противимся, и как мы не грешим, без него не сдвинуться и не спасти души. Ну и как сегодня к Богу идти? Как вернуться нам на правильный путь, если душу свою не светить, полагаясь на одну лишь судьбу? И если око у нас не светло, как внутри нас забрежет рассвет? И откуда возьмется тепло, если страха в нас Божьего нет? Все в руках Всевышнего Господа Христа. Он властью свою высшую все ставит на места. И как мы не противимся, и как мы не грешим, без него не сдвинуться и не спасти души. Не туда, не туда мы идем, и давно не глядим в небеса, только манны небесной и ждем, слез давно не имея в глазах. Мы забыли, что такое нужда. Каждый день у нас масло и хлеб, предаем ежедневно Христа в этом мире, лежащем во зле. Все в руках Всевышнего Господа Христа. Он властью свою высшую все ставит на места. И как мы не противимся, и как мы не грешим, без него не сдвинуться и не спасти души. Возлюбили люди тьму, но не свет, потому как их дела были злы. Потому-то и не нужен ответ. По течению ведь проще нам плыть. Да и всякий, кто неправду творит, ненавидит сию сущностью свет. Все лукавое при свете сгорит, от того-то и покоя нам нет.